Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас восьмой день и 250 тусклую янтаря я забираю. Так, ну что, сегодня у нас должно быть доступно событие, которое я не успел поиграть вчера, потому что рано забежал. И сегодня будем его как раз проходить. Так, ну что у нас там Беззубик принес? Ну-ка покажи. Ну ладно, ладно. Вращаем колесо и смотрим, что же нам все-таки здесь выпадет. Так, яйцо. Ну, я знаю точно, что такое мы уже с тобой открывали. И кто же у нас здесь? Кипятильник. Отпускаем, конечно же. Зачем он мне нужен? Он мне вообще не нужен, нисколечко. Так, временные путешествия. Доступно будет через один день. Угу. Через один день. Так, у нас, кстати, здесь что-то. Ага. Тусклый янтарь, можно 10 рун получить за... Стоит ли? Думаю, что стоит, но чуть-чуть попозже. Так, для начала мы давай заберем все, что можем. Так, древоруб заскучал, смотрю. Опа, этот уже принес мне вкусняшки. Так, пускай летит за древесиной. Ты давай тоже не расслабляйся, за древесиной вперед. Так, сарделька. Я тебя никуда не отправлял, да? Никуда, тогда давай мы тебе повысим уровень. Упс. А древесинки-то нету у нас. А древесиночки-то нету. Вот она в чем проблемка-то все. Ну-ка. О, 8 железа. 8 железа по запаху. Успех гарантирован. Нет уж. Хотя... Я не знаю, что это за яйцо, ребят. Фиг с ним, давай я так сделаю. Пускай будет у нас успех гарантирован. А, Грамгильда, что же ты мне принесешь? 150 рун. Слушай, ну неплохо. Упс. Упс, бесплатно. Бесплатно, потому что древесины у меня нет столько, тем более 450 миллионов. Так, ну что, всех отправляем, кого еще не отправили. Все-таки без зубика нужно, друзья мои, куда-то отправлять. А уровень, чтобы ему прокачать, сколько нужно? 125 миллионов рыбы. Слушай, дорого-то как, а? Как все дорого. Тогда мы его отправим на поиски. Только на поиски мы его отправим нашего динозавра, дракона. Дракона, конечно же, вот. Скорожал, вот пускай он его идет и ищет. Бесплатно, естественно, ребят. Дальше. Переходим на эту. Так, дай-ка, наверное, камеру так отдалю чуть-чуть. За древесиной. Ну, ты в конце концов прокачаешься у меня в титаны или нет? Но это уже, по-моему, специально делается, ребят. Ну ты посмотри. Ты трэш. Выпадает куда угодно, только не на него, да? Так, обучить. Давай-ка мы его обучим, пускай летит. Тут у нас что? Нормально все. Так, вернись и лети дальше. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Буйволорд. Что нам с тобой сделать, Буйволорд? Тебя на обучение, может быть, отправить, а? Давай-ка мы тебя обучим. Лечу. А, древесина. Тогда извини. Лети на добычу. Все лесопилки написали нам уже заняты. Ну, раз занято, так занято, что мы можем сделать? Да ничего. Так, модификрылка уже прилетела с рыбой. И летит дальше. Опачки. Подожди, а какого... А, 46-й нужен уровень, чтобы мы могли его отправлять в приключение. Понял, понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. Так, здесь забираем. Стоп. 25 миллионов. Так, давай-ка, наверное, опять за рыбкой. Ты не можешь, да, за древесинкой. Окей, окей. Обучить его, что ли, а? Полетел, полетел учиться. И ты тогда тоже... Нет, академию нужно расширять. Забираем. Отправляем. Ну что, вроде бы все у нас при делах. Здесь ничего приобретать не буду. Здесь заберем 5 рун.
Ага, нам буквально немножко не хватает, чтобы получить 250 листьев. Где-то же здесь за рекламу, я помню, можно было, да, глянуть? Ага, вот. Получить 10 рун. Так, чуть-чуть не хватает, ё-моё. Так, добудьте 300 миллионов рыбы, 300 миллионов древесины. Возможно, получится за события сегодняшние, которые мы будем проходить сейчас. Так, ну сначала мы с тобой откроем, конечно же, паки. Угу, шепот смерти, крылатый ужас. И нам нужно еще с тобой один пак открыть. Монетки Одина. И сама начиночка. Так, шторморез, крылатый ужас. Так, а это кто у нас там? Ага, змеевик. Злобный. Так, ну что, мы его отпускаем, конечно же. Зачем нам нужен с тобой злобный змеевик? Не, не нужен он нам. И, кстати, здесь мы сейчас получим... Опачки. До новой награды. Так, получить 250 листьев. Круто. Так, потом у нас будет с тобой светлый янтарь. Окей. Тут у нас с тобой что? На обмене. Подожди, в каком обмене? Янтарь, наверное, они имеют в виду, да? Точно. А, на обмен больше, к сожалению, нету. Так, пак. Обычный. Открываем. Пристиголов, громобой, шторморез. И все. Так, ну что, открываем теперь редкий. На актив. Здесь заберем с тобой 5 рун. Нормально. Ну, все. Теперь идем на события, ребят. Так, смотри, у нас с тобой, кстати, угроза. Драконий корень распространения будет доступен через сутки. А у нас вот здесь вот один день дается. Я думаю, что событие должно быть коротеньким. Да, оно коротенькое, и это хорошо. Так, привет, боец, и все дела. А мы поехали. Так, первое, что у нас разыгрывается, это загадочный пак. С удовольствием его получим. Так, я смотрю, громобой и древоруб у нас тут стоят. Родные, да, как всегда. Естественно, начнем с древоруба. Ух, они же оба стража, ё-моё. Быстро разобрать не получится. Если только через понижение брони, опять же не факт. Кусаем. И не добили. Так, ну что, тут кусаем. Здесь тоже. Плюс двойная атака. И залечим раны. Две волны здесь у нас. Так что ничего страшного. Кстати, у нас 5 прилив сил. Это хорошо. Две груши. Так, два злобных змеевика. Один красный, другой синий. Значит, урон и скорость. Так, этому, по-моему, крышка. И остается один из братьев. Хорош плеваться, гаденыш ты такой. Получи. Ну все, тут победа. Отлично. Крутанем колесо. И выпадает нам с тобой рыба. 75 миллионов. Так, дополнительной попытки нету. И мы с тобой забираем наш первый загадочный пак. Ну что, очередной поединок за 1000 тусклого янтаря. Погнали. Наград на самом деле здесь маловато. Ух ты. Дымодышащий плюс... Ты-то кто у нас? Крылатый ужас, не похож вроде бы. Окей. Так, что, будем хиляться, наверное, да? Минус один. Так, кусаем. Ох ты, ох ты, ох ты, что делает, смотри. Так, а здесь у нас кто? Громыль. Им займемся чуть-чуть попозже, потому что это страж. А вот этого мы быстрее разберем в разы. Тем более с пониженной броней.
Так, Громуль, успокойся, не психуй. Ударил все-таки, а? Минус один. Залечим раны. Свои боевые и укус. Так, дальше у нас идет Пристиголовый. Наш барсик. Понижаем броню. Так, ну что, добьешь его? Так, точно. С одного укусика. Сейчас мы посмотрим, что нам выпадет. Я думал, что плод мудрости все-таки дадут, но никак не рыбу. Ну что, тусклый янтарь идет к нам в карман. И мы переходим с тобой на следующий поединок за ареновский пак. Ареновский пак, где у нас будут 232 карточки на новичков. Ну что ж, поехали. Ребят, ну испытание легенькое. Так что хорошо, что в конце хотя бы руны дают нам. Так, музыки нету. Отыграла. Так, ну что, начинаем с шепота, я так понимаю, смерти. Драгура кревета пока трогать мы не будем. Ага. Хотя он синий, в принципе, разбираться должен легко, особенно фиолетовыми нашими. Но я все-таки буду добивать вот этого гаврика. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ладно. Ничего себе он вжарил. Посмотри. Ты что творишь, парень? Молодец, барсик. Опа. Опачки. Их тут уже трое. Так, кто получает максимальный урон? Ты? Лечим раны. Нам надо с тобой, чтобы наш... Да успокойтесь вы. Раз-два, вдвоем сейчас будут ходить. Кривоклык, ты должен у меня выжить. Во что бы то ни стало. Это как называется? Это называется подстава. Вот как это называется. Кривоклыка просто снесли в хлам своим фаерболом. Но я отомщу сейчас за него. Я сейчас за него отомщу. Раз, два. Вот так вот сделаем. И остается у нас скала. Я его называю, ребята, скала. Так, понижаем ему броню. Сейчас будет кому-то бобо очень сильно, потому что он будет разбег делать. Гляди-ка, он еще и промахнулся. Спасибо. Крышка. Все, победа. Крутим наше колесо удачи. Выпадает нам древесина 50 миллионов. И мы продолжаем. Так, забираем ареновский пак. По-моему, он сейчас откроется здесь же, на месте. Новички. Значит, штормореса 78 карточек. Костолом 77 карточек. И древоруб. Кстати, я ведь могу, по-моему, костолом прокачать, да? Ну-ка, подожди секунду. 90 уровень. 90 уровень нужен для костолома. Тут 24-й. Так, а подожди, а громель какого? Ой, 7-й разрядик всего лишь имеет. Тут нужен 24-й. Злобный змеевик. Тоже нужен 24-й, а громорогу нужен 51-й уровень. Да, 90-й левел, ничего себе, чтобы косолома, но он получил бы 15-й левел. 15-й разряд, точнее. Ну, здесь тоже самое, практически. Лаврык, ну, нисколько меня не устраивает, ребят, если честно. Ладно, ну что, погнали с собой вперед. У нас мини-боссик впереди. Давай посмотрим, что там у нас. Так, ну я вижу древоруба, змеевика и громорога. Начнем с древоруба. Начну я с древорубчика. Ну что это за атака такая? Так, сейчас ходит, потом мы укусим. Потом, наверное... У нас будет с тобой возможность хильнуться. Если понадобится, конечно, хил. Промахнулся. Нет, давай так сделаем. Понижаем броню. Сейчас они вдвоем здесь сходят. Окей. Окей. Кусаем. Смотри, что творит, а. Раз, два. Опять вдвоем ходит. Все-таки хотят добить мне, да?
Давай сделаем вот так вот, наверное. И... Отлично. Так, ну что, кривоклык мой еще живет пока. Пока живет. То, что пониженная атака, всем понизили, да? Я этого помню. Как он нам тут бомбил в прошлой серии, ты помнишь? Был боссом он. Так, спокуха, ребята, спокуха. Я говорю, чего вы так разошлись-то все? Чего психуем-то на пустом месте, а? Ну, ай-яй-яй-яй-яй, без крита получилось, к сожалению. Ух, добьют же, да? Ведь добьют сейчас его. Нет, живем. А раз мы живем, значит хорошо, ребята. Сюда, так, хильнуться успеем. Нормальненько так залечили раны. Ой-ой-ой-ой, кому? Кому прилетит? Трэш. Мстим. Раз. И двойной удар. Ну что, тройной удар. Хлыщ ты наш. На тебе подарочки. Жуй, не обляпайся. Так, ну что, с мини-боссиком расправились. Остается нам попытаться забомбить босса этого испытания и получить 150 рун. Ну что, вперед и с песней. Глянем сейчас, что у нас тут будет за босс такой. Так, ну здесь пока меня вот этот напрягает. Начнем с него. Две волны, отлично. Так, ходит первым, да? Змеевик. Мы сюда укус. Дальше шепот. Потом вдвоем ходим мы. Блин, пониженная атака, а? Сейчас опять они вдвоем ходят. Потом у нас есть возможность залечить раны. Окей. Так-с. Сюда, наверное, укусим. Допустим. Так, фиолетовый против синих, да? Ну что ты там, дергунчика врубаешь? Так, завалим. Поехали. Слушай, сейчас он может сделать какой-то суперудар, потому что энергии у него полным-полно. Так, понижает броню, мы залечиваем раны. И продолжаем бомбить. Раз, добивочный. Два. Ого. Ну что, тут всем все, наверное, ясно, да? Что надо начинать вот с этого. Залечим раны. Этот тоже мне не нравится. Он травит, ребята. Ох ты, как шмальнул-то. Он у нас... У него массовая атака на яд идет. Довольно неприятный тип. Это сородич ветрокрыла. Слушай, Барсика, не трогайте меня уже, а? Сделаю вот так вот и погнали. Сейчас что-то будет. Ты смотри, как влупил, а? Лечим, лечим, конечно же. Тут даже не обсуждается все это. Тут это не обсуждается. Погнали. Раз, два. Я сейчас кое-что сделаю. Я хочу на этого повесить слепоту. Вот так вот. Чтобы он нам не причинял, так сказать, неудобства. А сюда броню понизим. Все, пускай он добивает. Сжег его. В три счета просто сжег, спалил. А мы его бомбим. Так, у него еще слепота на целый круг будет действовать, насколько я помню. Раз, два. И укусик. Так, еще сейчас повесим на него слепоту. И в конце концов уже будем добивать. Все, он теперь как слепой котенок. Ничего нам не сделает. Ну что, мы прошли это событие. Крутанем и заберем мы с тобой древесину. Да. Нет, я, конечно, хотел, но... Руны. Ребята, 150 рун к нам в копилочку летит. Ну все, хорош. Допустим, здесь мы заберем с тобой еще 5 рун.
А что у нас там по поводу... Ну-ка, подожди-ка. Награды, где у нас? 750 листочков, да? А у нас в данный момент 555. Окей, окей. Так, событий больше пока нету. Ближайшее будет доступно через сутки. И оно будет продлеваться у нас 5 дней. То есть неделю. Значит, там будет событие очень длинное. И, возможно, коварное. Так, монетки Одина в копилочку нам прилетели. И здесь душитель, крылатый ужас, кривет. Рыба, ресурсы. Нормально, короче. Здесь пока ничего больше нету. Главное, что я успел события пройти. Вчера у нас не получилось. Точнее, как не получилось. Мы просто с тобой слишком рано зашли в игру. И у нас как бы не было возможности пройти, потому что там 3 часа надо было ждать. А сегодня мы с тобой все это сделали. Так, давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем с тобой? Сыграем еще на арене. Набьем, так сказать, последний пак, который нам здесь нужен, которого не хватает. Ну и заодно пак вождя тоже лишним не будет. Согласись. Жалко, конечно, что у нас с тобой не меняется. Новая территория не дается. Так, ну тут, я даже не знаю, наверное, с древоруба, точнее, парящий прихвостень. С него начинают. Так, раз, два, три, сейчас они втроем сходят. Промахнулся. Лузер. Смотрите, друзья, видите, опять нету уровня. Он не показывается возле наших драконов. Это раздражает, когда не видно, какого уровня у нас противник. Ты серьезно сейчас? Оставил чуть-чуть хп ему для того, чтобы отдельно кривоклык его добивал. Ай-яй-яй, так дела не делаются. Так, пониженная броня. Добьешь кривоклыка. Красавчик. Ну что? Погнали. Фух, легче простого. Ну что, очередной поединочек. И тут у нас кривоклык, громорог плюс скала. Начнем, наверное, мы с тобой. Можно с любого, либо с этого, либо с этого. Начну со скалы, чтобы он тут не глушил нас. Так, громорог, успокойся, не дергайся. Да что ж ты будешь делать? Окей. Разозлили вы меня. Причем изрядно. Так, ну что, минус скала. Ты-то что тут собрался делать? Так, Барсика бомбит, жучит. Окей. Поехали. Так, а хильнуться-то? Хильнуться-то мы не сможем, да? Кривоклык на высоте, ребята. Он успел завалить его. Плюс мы еще хильнулись, ко всему прочему. Барсик даже выживет, судя по всему. Так, укусик. Еще раз хиляемся. Двойная атака. Да все, он не жилец, ребят. Он даже если защиту повесит. А, он хильнулся. Хильнулся, плюс повесил на себя еще дополнительную защиту. Что-то мне подсказывает, что это ему не поможет. Вот о чем и речь. У нас очередной бой. И здесь, я смотрю, есть громль. Но этот громль красный, он поэтому разбирается быстро. Поехали. Так, ну нам нельзя позволять ему, естественно, выпускать фаербол. Так что сейчас мы его, наверное, уничтожим. Нет, не уничтожим. А вот Барсик, Барсик как раз уничтожит. Так, теперь сюда. Все силы бросаем на Костолома. По-моему, все равно Барсика мы потеряем. Сейчас он уничтожит его. С усиленной атакой, к тому же. А, нет, 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 нет. Он сделал чушь полнейшую, за что, в принципе, и поплатился. Ну что ты там пыхтишь? Ха, не добил. Не добил. Вот мы его, интересно, добьем или нет? Пока нет, но и он нас не уничтожит. Все, а вот теперь ему крышка. Ну что же, мы прошли с тобой ареночку. Получили обычный пак, к сожалению. Ну и пак вождя, который будем открывать.
И выпадает нам Шторморез, Громобой, Лаварык, Громль, Защитник, Водорез и опять же Кривоклык. Никаких пока героев ареновских нам не дали. Победите 30 драконов в схватке. Победил, победил. Так, 25 рун, спасибочки. А награды постепенно увеличиваются, да, я смотрю? Опа, выполните 9 ежедневных заданий. А, плеваки? Стой. Погоди-ка, погоди-ка. А какие у плеваки задания? Что-то не понял. Мы пока не можем ничего сделать, потому что у нас 46 уровень нужен. Вот так вот. Как только сможем сделать, обязательно будем, ребята, да? Найти фонарь. Вот. Ну что, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!